На улице Толстого, 25, приступили к переустройству подпорной стены для расширения проезжей части до 6 метров. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» расширят проезжую часть, обустроят тротуары, установят новые остановки, фонари и отремонтируют инженерные сети. Отметим, в рамках комплексной реконструкции также ремонтируют проезд на улице Фанвизина. На участке от Ломоносова 5А до Некрасовская 50 уже уложили первый слой асфальта, подготовили основание под тротуар. Напомним, во Владивостоке проводят локальный и комплексный ремонт. В этом году в проект вошли 30 улиц, при этом на 12 из них работы уже завершены. Сейчас работы проходят на Шуйской, Карла Маркса, Пирогова, Махалина, Тетюхинской, Калинина, Луговой, Успенского, Давыдова, Акатовой и других. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.